Минобороны самопровозглашенной ДНР сообщила о 8 случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными за последние сутки. Всего за прошедшие сутки украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, приводит Донецкое агентство новостей слова представителя ведомства. По его словам, украинские силовики выпустили 6 мин по территории самопровозглашенной республики калибром 82 и 120 мм. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.